Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Ну что ж, торговая сессия четверга. Мы ждали этот день, поскольку изначально понимали, что на него выпадает очень много значимых макроэкономических релизов. Сегодня буквально день американской статистики. В 12.15 по GMT ждем отчет ADP. Всегда характеризуем этот релиз как репетиция перед официальными данными Non-Farm Payrolls, которые выйдут буквально следом завтра. По ожиданиям, 228 тысяч новых рабочих мест было создано в американской экономике в прошлом месяце. Это контрастирует в худшую сторону, конечно же, с значением двухмесячной давности, когда показатель был почти 280 тысяч. В 12.30 по GMT первичные заявки на пособие по безработице. Мы уже пришли к выводу, что этот релиз ни в коем случае не нужно недооценивать, потому что неожиданный скачок всегда заявок очень больно бьет по позициям доллара, потому что трейдеров заставляет задуматься о том, в хорошем ли вообще состоянии находится данный сектор американской экономики. После этого в 14.00 по GMT будем разбирать и анализировать данные ISM активности в сфере услуг. На этой неделе, в понедельник, уже вышел индекс ISM производственного сектора. И, как вы наверняка помните, статистика очень сильно разочаровала. В принципе, снова вернула на рынок разговоры о возможности экономического спада в США, если экономическая картина не улучшится. Сфера услуг, объективно говоря, это более серьезный и значимый показатель для американской экономики, потому что на сферу услуг приходится больше 60% вклада в показатели ВВП. И если, опять же, сегодня мы увидим точно такие же плохие данные по сфере услуг, как 2 месяца назад, то тогда, конечно же, будет еще одна причина подумать о возможной рецессии в США, которая по-прежнему многими прогнозируется под конец этого года. И под закрытие торгового дня еще будет отчет по запасам нефти США в 15.00 по GMT. Это отчет от администрации аналитической информации, официальные цифры, которые тоже обязательно найдут свой отклик в динамике нефти, за которой мы активно следим. Я предлагаю начать прямо с нефтяного рынка, текущей котировки 76.44. Видим то, что Brent потихонечку карабкается вверх, уже, по сути, вблизи $77 за баррель. И, глядя, скажем так, вверх, сейчас на отметку $80 за баррель, становится ясно, что дойти до этого уровня будет не так уж сложно, как, например, если вспомнить, откуда нефть начала подниматься. Там котировки были чуть больше недели назад в районе 70 с небольшим. Но позитивный новостной фон, который сложился, это по-прежнему реакция рынка нефти на решение стран ОПЕК плюс по дополнительному сокращению производства нефти. Мы конвертировали все эти заявления от Саудовской Аравии, от России в риск того, что на глобальном рынке нефти может образоваться дефицит. И эта идея вполне состоятельна, потому что действительно предложение сокращается значительными темпами, в то время как спрос все-таки продолжает восстанавливаться. Локально на что сегодня можно обратить внимание? Как я уже отметил, это данные по запасам нефти США и по источнику, которым является Американский институт нефти. Этот релиз вышел буквально несколько часов назад. Запасы нефти на прошлой неделе снизились на 4,3 миллиона баррелей. Как правило, отчеты Американского института нефти и отчет от администрации аналитической информации редко коррелируют, когда прям на 100%. Но я отмечал ранее, что сейчас из-за праздничных дней в США, которые вот были на этой неделе, есть высокая вероятность более значительного потребления топлива, что должно найти свое отражение в снижении запасов нефти. Я ожидаю, что от официального источника, от администрации аналитической информации, мы получим сегодня цифры по снижению запасов больше, чем на 7 миллионов баррелей, что должно найти отклик в положительной динамике, позитивной динамике рынка нефти. Цель по Бренту прежняя $80 за баррель. Индекс доллара 103 пункта. Американская экономика — это сейчас загадка. Действительно, если
попробовать охарактеризовать ее как-то символически, это весы, где с одной стороны есть отчеты, которые тянутся с прошлых недель, например, заказы на товары длительного пользования, ВВП, розничные продажи, хорошая статистика, которая говорит о том, что в американской экономике все неплохо. Но с другой стороны, АСМ производственного сектора, который разочаровывает, заявки, которые растут, индекс расходов на личное потребление, наиболее предпочтительный индикатор для Федрезерва в оценке текущей ситуации с инфляцией, снижение. Это как бы отчет, который предвосхищает будущие показатели по инфляции и говорит о том, что не нужно американскому регулятору дальше активно тащить ставки вверх. И вот в такой ситуации мы пытаемся сейчас разобраться и понять все-таки, где грузик будет тяжелее, какая сторона перевесит. Но нужно получить больше макроэкономических вводных. Как я уже отметил, на этой неделе у нас куча релизов, друзья. И эти отчеты нам помогут разобраться все-таки в состоянии американской экономики и в уместности более чем одного повышения ставки в США. Протоколы, которые вышли вчера, показали лишь то, что голосующие члены, между ними нет единой точки зрения. Есть те, кто считает, что ставку не нужно повышать более чем один раз. Есть те, кто считает, что ставку нужно активно повышать до конца этого года. Ну, единственное, в чем сошлись, это то, что ставку действительно можно повысить в июле в соответствии с текущими рыночными ожиданиями. Очень многое будет зависеть от отчета по инфляции, который выйдет на следующей неделе. Напоминаю вам про комментарии и заявления Пауэлла о том, что в случае появления большого количества доказательств устойчивости снижения инфляционного давления, то ФРС ограничится еще одним повышением процентной ставки. Поэтому сейчас нам остается ждать отчет Non-Farm Payrolls, на следующей неделе данные по инфляции, и мои прогнозы неизменны. Я не жду хороших цифр от Non-Farm Payrolls и, соответственно, жду значительного снижения инфляции по итогам июньского месяца, что подтвердит мои ожидания относительно того, что ФРС не пойдет более чем на одно повышение ставки, и это должно создать условия для снижения курса американского доллара. Золото 1918 долларов за тройскую унцию, скорректировались с локальных максимумов 1935, я по-прежнему держу длинные позиции. Фунт против доллара не меняется. Ситуация уже который день, мы говорим об уровнях 1.27. Вчера вышел отчет по активности в сфере услуг. В целом статистика оказалась хуже, чем могла бы быть. Скорректировался показатель в прошлом месяце с 54 до 52.8. Но все равно держится индекс выше 50, поэтому в зоне роста и восстановления. Нельзя не отметить комментарии премьер-министра Англии Риши Сунака, которого мы очень давно, кстати, не слышали, но в этот раз он прокомментировал ситуацию с инфляцией, отметив, что индекс потребительских цен и общий уровень инфляции оказался значительно выше, чем ожидали все, и инфляция, в принципе, устойчивее, чем казалось. Мы слышали нечто подобное уже от Бейли, главы Банка Англии, ранее. Ну, хорошо, что Риши Сунак также отметил, что Банк Англии прекрасно знает, что нужно делать дальше, чтобы попробовать остановить дальнейший рост индекса потребительских цен. Надеюсь, что это означает более активное повышение процентной ставки, ну или, по крайней мере, сохранение прежних темпов ужесточения денежно-кредитной политики, что должно создать условия для роста британской валюты. Доллар-иена 144.20. Ждем, соответственно, уже закрепление пары ниже 144. Прежний фон – это опасение валютных интервенций. Кстати говоря, японская статистика также помогла иене. Данные по активности в сфере услуг. Давно мы не видели таких хороших показателей. Многие считают, что также причиной укрепления позиции японской иены сейчас является и предвкушение смены риторики и смены курса монетарной политики японского регулятора. Ну, я думаю, что без конкретных заявлений от главы Банка Японии Уэда о том, что политику нужно скорректировать и изменить с мягкой на жесткую, без таких заявлений нам, наверное, на такой фон сейчас полагаться лучше и не стоит. Поэтому давайте дальше работать с ожиданиями валютных интервенций, которые будут ограничивать рост пары доллар-японская иена. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!